делаем эфир прямо во время работы, как положено. Никто не жарит котлетки, никто не пьет кофе. Все работают. Вот так вот надо, ребята. Кофе мы не пьем, мы только виски. Это видео... Ну, в принципе, да, но не для детей, так что можно. Ты, главное, не говори марку, потому что, значит, это будет как реклама. И YouTube забанит. Я сказал Вискас. А, Вискас. О. Ну, Костик, расскажи, как вы тут... Расскажи лучше ты, Костик. Ну, у нас сегодня было очень хорошее утро. Такое... Солнечное. Супер. Ветреное, я бы сказал. Сначала поломала нышевскую палатку. Потом газиба. Что, газиба тоже? И как тот момент Александр отвел. Я не знал, что мне делать. Подожди, это был типа как порыв налетел, одно такой короткий. Да, началось ночи порыв. Ночью утра. Повлотило, а утром как началось вообще. Только не порыв, это ураган был. И все наши приманки, все наши дипы, все наши крючки взлетели в воздух метров на 5 вперед. А, то есть если покопаться сейчас... Нет, ты можешь там покопаться. Я закопал просто. Да, это мусор. Ты помнишь, у нас есть видео, Юкилис копает ямку. Нет, это уже гранты. И как раз у нас начинается еще добавок поклевки. Не, ну смотри, это хотя бы одно другое немножко компенсирует. Да, компенсирует. Один держит палатку с ветром, а другой вылаживает. И вот палатка ЖСГ носит, а ты вылаживаешь, смотришь на него вот так. А он такой летит. Я тебе говорю. Мой дельтаплан. Короче, у нас сегодня утро провальное из-за того, что мы сидели, там, собирали шелтер. И это собирали под ветром. Как? Подожди, а соседи как? А соседи как раз ловили в это время. А у них почему не сносило? Соседи внизу стоят, вот так. Мы прямо наверху стояли. И у них там, смотри, у нас вот, смотри, как ветер идет. Прямо с гор на нас. А у них вот там же стена такая будет. Стена. Закрываешься. Да, ну, более немножко под ураган. А, понятно. Ну, а в целом, как со вчера? Что у вас, как? Поймали еще пару мелочей. Ну, что эти мелочи? Вы, по-моему, на первом месте пока, не? Во-первых. А, карасики, да. Они карасины, карасики. Мы были на четвертом, теперь, наверное, на последнем. Не, ну до последнего, вам извиняюсь, далековато пока. По-любому. Не, ну утреннее взвешивание было. Скорее всего, ребята в зале тоже побороют. Кто-то там дуга дугит, так не мог. Я туда еще не... Я с той стороны еду. Я был у этих плацкеры. Да? Да. Вот прикольно, как бы, да, что на детском там, в принципе, ну, клевало в первый же день. Ну, да, и, кстати, разрядил немного сектора там. Ребята, которые там стоят, должны найти точку. Нифига себе. Недалеко и не близко, что-то среднее сейчас, потому что вода отошла. Если они найдут ее, они все будут просто включить. Ну смотри, у этих, у, как бы, наших русских Royal Carp, у них там перед ними просто частокол. За 70 метров у них все остается в воде. У них не осталось ни одного грузина. А где они стоят? Они, выход рыбы был? Первый раз уже выход. Они самые крайние, как бы, в нашу сторону. Что за фрота? Ну, а, вот здесь вот? Которая сюда, за Энгевом. Потому что они, скорее всего, прижимаются вправо. Они сказали, что не играет роль. Они кидали влево, там как бы получается то же самое. Сейчас при мне этот заходил в воду, у него была зацепка, он вытащил корягу. У Стаса там тоже. Ну, у Стаса как бы там камни, там меньше зацеп, ну, меньше дерева, больше камней. При мне у него была поклевка красивая. И оборвали, потому что зашла в глухой зацеп. Пытались вытащить, но ничего это не получилось. Это у Друза, да? Нет, это у Стасика. У Стасика шикарный сектор. Не, они скажут, что сектор хороший, но тяжелый. Ну. Тяжелый. Я могу поменяться. По логистике он тяжелее. Как бы. Ну, потому что у вас тут как бы песочек, камушки.
А у них там как бы булыжники. Я готов на булыжниках. Кто-то тут не так давно, я помню, на каком-то соревновании сильно возмущался булыжниками. Я не о булыжниках, а о глубине и булыжниках. То есть тебе надо как бы тортик, да еще и с кремом. Я уже не тортик, есть этот новый тортик. У Бобров. Какой тортик у Бобров? У Бобров, у него сломики там. Да, там. А он тоже? Он сладкая сетя, сладкая за первый день. Так надо бойло прятать? Господи, куда я попал, блин. А, это целое слово. Там есть тортики, зефирки. Все, прорвемся. Не, ну как бы опять же по-любому завтрашний день будет совершенно другой. Я так понимаю, ветер меняется в другую сторону. Да, и рыбалка будет другая. Значит, кстати, мелководье может хорошо сыграть. Если будет встречу мелководье, там. Ну это как раз вот сейчас, когда я был у этих Royal Carp, они, кстати, знаете что, они просто чуть ли не на коленях умоляют нас, чтобы кто-то провел им цикл лекций. Кто? Друзы. Они говорят, что как бы, ну, как крючки правильно вязать, как делать лидкоры, то есть, ну, именно по оснасткам. Потому что они говорят, что Аджи от нас учит, он, конечно, все, но, кажется... Я знаю, кого послать. Константина. Они же были на лекции, которую Рома читал. Крючки вяжут вообще, я же не учу. Да? Да, да. У меня твои крючки, ты знаешь до сих пор, как память хранятся? С этого, с... Это арестиновские? Да. Это мои, но это арестиновские. Они у меня лежат, знаешь, как я их вынимаю, я, смотрю на них. Это двойная память, арестина и я, то, что я там. Смотрю на них так и обратно. И говорю, бомба, это бомба. И обратно складываю. Ой, ну ладно, хорошо, ребята, как говорится, вам тоже не хвоста и не... Извентиляйте, мы должны пахать. Не-не-не, я ж без претензий, все правильно, вы работаете, так и надо. Этот ролик, он сейчас в эфире в прямом, но потом он будет, соответственно, в доступе на YouTube. Так что всегда можно будет посмотреть и послушать.